«Вся правда шансона». Шансон ТВ. Уже 10-й концерт, который мы проводим в летнем амфитеатре. Специально к этому торжественному событию мы выпустили эксклюзивный подарок. Большую коллекцию видеозаписей всех наших концертов в Беларуси с 2008 по 2016 год, включая сольные концерты Любови Успенской, Александра Новикова, Вилли Токарева, Елены Ваенги, Александра Розенбаума. Вот что по этому поводу думает Александр Ламинский. Я за то, чтобы что-то можно было потрогать руками. Я вот тактильный человек. То, что сейчас все продажи в интернете, что они там все цифровые, это все может быть прекрасно с точки зрения там быстроты реакции, можно все это скачать в один клик. Но вот я выпускаю пластинку, и да, я очень старомодный. Я люблю, чтобы пластинка была, во-первых, красивая, чтобы там были слова песен, чтобы человек мог взять ее в руки и так далее. Я не люблю электронные книги, нет, очень не люблю. Я люблю читать, люблю запах вот самой книжки. Мне нравится перелистывать страницы, сделать закладки. Когда есть большой бокс, CD. Это память, это можно посмотреть, это можно почувствовать, это можно подарить кому-то, в конце концов, не только там себе. Вот, поэтому это очень важная вещь, и вы молодцы, что такое сделали, это класс. И горе за словами нависло, как гроза, как море между нами, осталась та слеза. Вспоминай, вспоминай, мои губы вспоминай, мои губы вспоминай. Друзья, телеверсию гала-концерта «Шансон ТВ. Все звезды» смотрите в нашем новом телесезоне.